Вот мы запрудили старый мостик. И не знаю, машину проходят или нет. Ну вот прошла машина, где-то там скрывается. Показать. Если она появится ближе здесь, значит, работает трасса. А это почти в два раза. В два раза почти сокращает время. Вот она идет перед логом. Это сколько? Больше лет 15, наверное, или 20. Нет, не 20, поменьше. Эта трасса была закрыта. Директор Мануилов Анатолий Сергеевич Корчинский сельсовет прислал, говорит, ночью бульдозер и перерыл, воду выпустили. Перерыл, и бульдозер прислал. Разбиралась прокуратура, решение было вынесено, он дал обещание на бланке, что весной сейчас замерзшее все, и между глыбами там вода потечет, весной он как-то и растает, он все это сделает, возвратит. А для чего убрал? Ну, что по-теряйски туда не ездили, а говорит, а тут прорывает у них, а тут и не прорывало никогда. И поэтому у них там пруд, его сразу может снести. Я все держу на взводе эти. Если машина пройдет, значит пройдет. В суд подали мы на них. И судья что говорит? А у вас есть документация на этот пруд? Какая документация? 180 лет назад, я говорю, было. Я пошел на кладбище, поспрашивал. Молчат. 180 лет назад пруд запрошен, документация. Ну, документации нет и вопроса никакого нет. А может там и никакого пруда нету, ну и все. То есть это суд, самый справедливый на свете суд. То есть это все в насмешку. Вот я держу сейчас на взводе. Появится, нет, он проходит сейчас то, где прорыв был. Глубина его была метров 5. Вот он проходит, видать его уже. О, машина прошла, главное. Теперь первый мостик пройдет или нет. Там вода вплотную была, мы только временно делали. Бульдозерис Волков Владимир Иванович. Такого у нас снимка-то не было еще. Вот она идет, машина уже идет к первому мостику. Сейчас скроется на первом мостике. И должен вынырнуть здесь. Если пройдет, значит действительно трасса работает. Все. Ну, сейчас все снимешь-то. Небо-то видно какое. Только что закатилось, а то мы идем к лагерю, тыкву сносили. Вот оно все только маящит где. Ну а деревня-то тут, за этими деревьями. Тут дома-то не видать уже в потемках ничего. А маленько что-то видать. Видно контуры леса. Вот показать, видите, как там поля, там на буграх высоковольтная линия, теперь этого уже ничего не видать, я едва вижу. О, вынырнул на первом мостике, все, напрямую вышел. Кто это может ехать, Глушков Игорь? Или вообще они тут трассу эту полюбили? Так прямо, куда вот сейчас я направляю, тут урывка, 8 километров. А мы выезжали в другом направлении совсем, вокруг эти лага объезжали, все, заезда-то не было никакого. Когда у нас этот прорыв-то был, мы пригласили главу администрации Мамонтовского района Алтайского края, Метелева Петр Федорович. Он приехал, глянул, плотина разрыта, он не выдержал, заматерился. Да простите, да это что же делается-то? А его уже начали расспрашивать там в прокуратуре края. А тогда прокурором был Полорскун Юрий Федорович, мы близко знакомы были. Ни одной просьбы не оставил без внимания. Удивительный человек. Ну и что-то там где-то как-то заменили другим. Перед этим только что получил награду от Путина Владимира Владимировича, генерал-лейтенант. Вот говорят прокуроры, только наказывают. Не знаю, но вот один, которого я знаю, действительно прокурор. Тщательно вникает во все. Я как-то зашел, а там наш работал по особо важным преступлениям. Бауэр, он Эдуард Викторович, а на самом деле он крещеный Севастьян. Вот видишь, уже по трассе идет. Это уже прямо напротив лагерного пруда светит. Ну, сейчас уже 8 часов. Сегодня у нас 14 сентября.
Машина идет легковая. Видно. Сейчас она за этими деревьями скроется насовсем. Все. Сопроводили мы ее. Юрий Федорович. Начальник милиции был. Вот говорит, милиция такая, а милиция был Вальков. Кажется, Владимир Алексеевич, или как-то забыл я его, приезжал в Потеряевку. Ты тоже генерал. Хороший человек. Просто хороший. Вот рядом со столбом, там, видать, крест. Ну, плохо, видать, вот он. Это крест, где мы молились. Молимся. А там второй, видать, это где... Тут первый, где обедали, вот, от комаров. Так. И третий, там, где костер. Ну, все, уже темно, закрываю съемку. Благодарю за внимание. Слава Христу!